Почему не оплачивают эту задолженность? С таким вопросом к должникам обратился главный эксперт отдела по развитию ЖКХ и обращению с твердыми коммунальными отходами администрации городского округа Николай Митрофанов. Суммы задолженности у жителей иногда измеряются сотнями тысяч рублей. Причины у всех разные. Отсутствие работы, маленькая зарплата или болезнь. Комиссия рассмотрела все ситуации, выслушала аргументы должников. Тем жителям, которые не могут оплатить сразу всю задолженность, но готовы погасить ее частями, было рекомендовано заключить с управляющей компанией договоры о рассрочке. Должников предупредили, в случае первой же неоплаты будут применяться крайние меры. А именно, им приостановят предоставление жилищно-коммунальных услуг. Также всем должникам было рекомендовано установить счетчики на воду. Для нанимателей муниципального жилья эта услуга предоставляется бесплатно. Счетчики будут установлены после того, как наниматель обратится с письменным заявлением в администрацию. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.